Приветствую вас, Наталья. Я думаю, что в первую очередь нужно определиться с тем, почему вы боитесь. Вот конкретно. Почему вы боитесь? Откуда у вас страх, что молодой человек может вас бросить, то есть молодой человек может, точнее, вас не простить. Вот. Почему вы этого боитесь? Мне кажется, это очень важный момент. Потому что, когда мы говорим о страхе, вот, о страхе практически любого рода, мы говорим, как правило, о самом человеке, о его желаниях, о его потребностях. Мы говорим об этом, мы не говорим о том, что человек, к примеру, хочет для другого, да? Вот. То есть это очень важно понимать. Этот момент очень важно понимать. Чтобы, ну, по крайней мере, наверное, себя не обманывать, хотя бы, вот, чтобы себя не обманывать, потому что вот сейчас вы боитесь того, что молодой человек вас не простит, а фактически, как я думаю, вы боитесь того, что человек вас бросит, и все, что вы, например, все, что вы делали для него до сих пор, да, то есть все, что вы сделали, точнее, для него, все это будет зря. Все это будет зря, потому что молодой человек вас, ну вот, просто возьмет и решит бросить. И для вас это будет очень неприятно. Вот. Поэтому тут вот есть страх такой, страх потерять. И мне кажется, что очень важно понять и определить, почему вы боитесь потерять. Если, ну, казалось бы, если вы любите человека, да, если вы любите человека, если вы хотите с человеком быть, например, да, и прочее, то почему вы боитесь в таком случае его потерять? Если он решит уйти, значит, ему так будет лучше. Если он решит уйти, значит, так ему будет, ну, комфортно. Вот. Но вы такое впечатление, да, что не готовы человека отпускать, вот, не готовы человека отпустить. И мне кажется, что этот момент, момент того, что вы боитесь, что он уйдет, нужно разобрать. Вот. Второе. Что необходимо, наверное, понять, да? Необходимо понять, что почему вы это делали. То есть необходимо понять, почему вы так поступали с молодым человеком. Вот.
поступали ли вы так, например, потому что действительно чувствовали, или поступали так, потому что были причины у вас какие-то, ну, например, вы там боялись, к примеру, сближения с молодым человеком. Может быть, вы еще чего-то опасались. Вот, то есть тут самое главное, не бояться ничего, здесь самое главное, как мне кажется, ориентироваться на искренность, свою, да, то есть очень важно, чтобы вы были искренне именно сами собой, вот. И чтобы ситуация как есть была вами понята. Ну а с молодым человеком, ваша задача быть максимально искренним, вот, с молодым человеком ваша задача максимально раскрывать и говорить о своих чувствах ему, вот. Ну, не боясь этого, не боясь того, что может произойти, потому что если будете бояться, то, скорее всего, молодой человек почувствует, что вы его используете, вот, и с вами на сближение дальнейшее не пойдет. Вот. Это, конечно, не факт, но, очевидно, вероятность большая. Вот. Так что ваша основная задача — разобраться в том, почему вы так вот боитесь того, что он может вас не простить. Насколько вы уверены в себе, условно говоря, вот в таком случае, да? Насколько вы уверены в том, что вы делали, как вы поступали, например, что вы боитесь теперь, то есть это насколько искренне вы поступали. Опять же, вот вы говорите, что вы влюбились и бросили там своего парня ради него, но вопрос заключается в том, что вы, очевидно, своего парня, с которым вы были в отношениях, не любили. Возникает вопрос, для чего вы тогда были с ним в отношениях, если вы его не любили? Какая была цель? Вот. И, возможно, вы также думали об удовлетворении своих потребностей каких-то. Вот. Не обязательно. Это плохо. Не обязательно. Просто очень важно, чтобы вы были именно искренне сами с собой. Вот, а мы сами.
если вы не будете искренне сами с собой, то у вас, я боюсь, будут серьезные проблемы. Вот. Вот примерно такой ответ я могу вам дать на ваш вопрос. И опять же, вот вы говорите, да, что делать, да, не очень понятно здесь, что делать, чтобы что, то есть какая цель у вас, понимаете, то есть именно вот цель какая. Потому что без цели вы вряд ли сможете организовать для себя такое вот адекватное поведение, которая отвечала бы вашим, ну, вашим потребностям, да, вашим желаниям, вот, и прочее. То есть это, мне кажется, тоже нужно определить для себя. Вот. Такая история. Вот. Надеюсь, что в целом это было полезно вам. Надеюсь, что в целом вы получили хотя бы небольшой ответ на вопрос, который задавали. Хотя понятно, что тут ну, для анализа более полного нужно больше информации о вас, о том, как ваши отношения в целом вообще складывались, да, что вас объединяет, то есть что грубо говоря, вот, ну, мотивирует вас сейчас быть вместе. Вот. То есть, что именно связывает вас. Потому что если того, что вас связывает, недостаточно, вот, то мужчина в любом случае уйдет. И неважно, из-за чего это будет. Из-за того, что он не смог вас простить, или из-за каких-то других историй, каких-то других моментов. Вот. Я надеюсь, что вы для себя этот момент обязательно учтете. Вот. Учтете, когда будете анализировать. Вот. Ну и, конечно, с молодым человеком тоже имеет смысл поговорить, вот,
может быть, спросить у него, что конкретно его напрягает, что конкретно его раздражает, да, что конкретно, почему он не может простить вам того, что вы его отвергли. Вот, нужно понимать, что молодой человек в себе сам, скорее всего, не уверен. Нужно понимать, что эта неуверенность в себе, она будет, накладывать свой отпечаток на ваши отношения, так или иначе. То есть, нужно понимать, что ваши ресурсы, да, не ограничены. Вот, очень важно, чтобы вы говорили именно с молодым человеком, а не с собой через него. Потому что если вы будете говорить с собой через него, то есть если вы будете пытаться свои проблемы решить через него, то он обязательно это почувствует, и ничего хорошего из этого не будет. Поэтому просто, пожалуйста, учтите этот момент, вот, не забывайте об этом. Вот, и, конечно, значит, очень важно, чтобы вы определились с тем, что вы чувствуете к, ну, мужчине, Вот. Очень важно. Важно для, в первую очередь, вас и для будущего ваших отношений тоже. Вот. Примерно так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что это было для вас полезным. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего, за оценку моих трудов. Вот. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым для вас лучшим образом.